Речь пойдет о мандуле-флажке. Это серия джиговых приманок последнего поколения, разработанная фирмой XXL Fish и выполненная на основе специального неубиваемого пеноматериала с закрытыми порами. В народе такой тип оснасток прозвали также тапком или бакеном. Конструктивно он очень прост. Несколько тройников соединены в цепь, на цевье каждого кусочек пенополиуретана. Технически такую приманку может сделать и делают многие рыболовы. Трудность только в том, чтобы найти материалы сопоставимого качества. Как показывает опыт, это не всегда возможно. В данном случае мы имеем продукт промышленного производства с прочными и одновременно очень легкими крючками, имеющий контрастные расцветки, люрексовое оперение, аккуратно собранный и обладающий определенного рода эстетикой. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что мандула исключительно надежна. В отличие от силикона, она не теряет своей привлекательности и рабочих свойств после хваток хищника. Вести приманку можно обычной джиговой проводкой, классической ступенькой или подбрасывая кончиком удилища.